Несколько дней назад фотографии парней, держащих в руках плакаты с надписью «Мы за Путина», разлетелись по соцсетям. Участниками оказались студенты Ульяновского электромеханического колледжа. Тогда многие отметили митинг «Дело рук директора СУЗа» Василия Дронова. Якобы он вместе с замдиректора заставил ребят сфотографироваться с листовками. Сам директор и по совместительству член Общественной палаты Ульяновской области заявил, что к мероприятию не имеет никакого отношения, а студенты участвовали по собственному желанию. В полиции также отметили, никаких заявлений на этот счет к ним не поступало. Это подтверждают и педагоги колледжа. Это проходило 4 февраля, по данному могу пояснить, то есть акция проходила не в колледже, она проходила возле ДК 1 мая. Эта инициатива была самих студентов, администрация к этой акции никакого отношения не имеет, как бы не организован, администрация не организовывала данную акцию. И о том, что данная акция будет проводиться конкретно в это время, то есть уведомлена не была администрация об этом. Ну, посыл студентов, то, что они снимали видеоролик, он был направлен на то, чтобы дети не участвовали в митингах, то есть несанкционированных политических играх. Как бы администрация поддерживает взгляды, которые хотели снять, ну, маленько перевернули. Напомним, флешмоб «Путин наш президент» начался в начале февраля. В соцсетях начали публиковать ролики и фотографии в поддержку главы государства. В акции успели поучаствовать сборная России по вольной борьбе, студенты-медики из Дагестана и многие другие. Мы решили спросить мнение самих ребят. Это было желание студсовета выразить свою личную точку зрения и также каждое собственное мнение. Организовывали ее, ну, студенты колледжа, да? Направлена была на то, чтобы, ну, ограничить как бы молодежь от митингов всех этих несанкционированных. Студенты говорят, что их флешмоб не был политическим. Это была скорее попытка воззвать к здравому смыслу своих сверстников и товарищей. Оставить политику взрослым, а самим учиться.